Так, ребята, всем привет. На улице уже где-то около часа ночи. На этом, как его, на улице полная темень, но они тут экономят, походу. Но я хочу не в этом дело показать. Я хочу показать, как у нас светло тут. Но это не все. Мы проходим дальше. Вот тут вот. Тут у нас тоже загорается старая лампочка. А здесь у нас вот. Ну, достаточно светло. Идем дальше. Оп. Ха-ха-ха. Светло вообще. И тут еще светло. Дальше заворачиваем. Начинается еще светло. Кстати, ребята, повесил турник. Вот здесь вот. Можно висеть. Ой, на нем он, я вижу. Так что, такие какие-то дела. Ну, дальше идем. Здесь вот тоже лампочки загораются. Ага. Дальше вот загорелось. И вот что делается. О, на улице, если что, показываю. Полная темень, ни один фонарь не работает. Но зато у нас-то работает. Все фонари. О. Ну прикольно же. Вот так вот. Сейчас я вам чуть-чуть покажу сдалека, чтобы вам видно было. О! Видели? Да. Чего они себе так не делают? Ну, темень. Полная вон. Что там, что там. А так вот, видите, хорошо. Ну, нравится тут, там, вон, казино светится у нас. Ну и вот. Мы вот тут вот идем. О. Сейчас загорится. О. Так что нормально, ребята. Можно и без электричества вырабатывать. Такое дело. Ну, а так вот. Во дворе у нас. Не, нормалек. Все солнце берет. Так что прикольно. Вот тоже загорается. Солнечное. Солнечное. Ну и там все солнечное. Это уже по ходу села. Но она плоха. Плоховастенькая. Так что как-то так. Всем спокойной ночи.